Всем приветик, я в Фикс Прайсе, у нас сегодня с вами закупочка продуктов. Я тут уже нахожусь, сейчас покажу вам, какие тут пустые полки. Вот такой у нас ассортимент в Фикс Прайсе. Пустые полки и парочка трусов. Все разобрали. Что-то я вообще не поняла юмора, что все пусто. Вот, пустота, нету ничего. Такие новые конфетки, раньше не было их. Возьмем, попробуем. Дальше такие, тоже таких раньше не было, новые, 55 рублей. Свит тоже возьмем. Вижу, появился новый кекс. Любосладова. 50 рублей стоит по-дорогому. Такой вот он, возьму его. Такие вот конфетки тут еще появились. Мегабум. 25 они, наверное, стоят. Не знаю, что цены нету. Возьмем их. Крекер есть. Возьму его. Раньше такой тоже, что я не замечала. Дальше есть такие печеньки за 25 рублей. Вот такие сахарные. Их возьму. Вафли появились в ассортименте. Вот такие вот с ароматом сгущенного молока за 25 рублей. Их возьму. В холодильнике появилось вот такое желе. Стоит оно 12,50 с персиками. Больше другого вкуса нет. Только персик, да? А, нет, есть зеленое яблоко еще. Еще что-то красненькое есть. Ну, возьмем давайте с персиком. Из консервов мы тут уже с вами все брали. Даже не знаю, что взять. Уже все поперекушали, поперепробовали. Дальше появился вот такой смузи в Сады Придонья. Есть манго, есть овощной микс, Давайте возьмем манго. 25 рублей он стоит. Есть дальше такие колечки со вкусом вареные раки с укропчиком. Отлично, 16 рублей они стоят, их возьму. Есть еще такой тортик, пирожное бисквитное с шоколадом. Какая-то новиночка. Венские бисквиты. 50 рублей стоит, его возьму. Я свою закупку сделала, у меня получилось очень много конфет и всяких сладостей. Наверное, у нас сегодня будет обзорчик по сладостям. Поехали на кассу теперь рассчитываться. Ребятки, всем привет еще раз. Я дошла до дома, вот такая гора сладостей у меня получилась сегодня без консервов, без ничего. Что-то консервы мы с вами уже в Фикс Прайсе переели. Короче, сегодня у нас одни сладости. Начинаем с желе, с персикового. Вот так оно выглядит внутри, там даже есть 3 кусочка персика, пахнет консервированными персиками. По составу давайте посмотрим с вами. Тут идет вода, персики, сахар, песок, загуститель, регуляторы кислотности, натуральный окраситель и ароматизатор пищевого. Состав хороший, 25 рублей он стоил. Сейчас мы его попробуем, что это за желешка. Ну, желе, действительно желе. Вкусное. Желешка с персиками вообще суперская, очень-очень вкусная, мне она понравилась, я ее вам рекомендую, ставлю ей лайк, 5 баллов из 5, вообще классная. Так, желе прошла обзор. Дальше, значит, давайте, наверное, вот эти конфетки попробуем, потому что я думаю, что они вкусные, ну что-то типа подобного я ела, но такие в Фикс Прайсе я не видела раньше. Конфеты свити со сливочной начинкой. Значит, состав я тут не буду читать, понятно, что состав плохой. Я сейчас вам скажу, сколько тут грамм, а то вы спрашиваете. Здесь идет, а здесь 300 грамм. Вот, значит, тут белая вафелька, тут шоколад. Угу. Ну, это мягкая вафля с начинкой с кремовой. Конфеты свити я вам рекомендую. Отличные вкусные конфеты. Нежная мягкая вафля. Начинка сливочная внутри тоже очень вкусная. И вот эта вот шоколадная штучка не из горького шоколада. Ну, не из горькой глазури, а из молочной. Очень-очень вкусная. Эти конфеты просто божественные на вкус. Классные, суперские. Так что я вам их рекомендую. Оценка 5 баллов из 5. Вкусные. Ну, раз уж начали с конфетами, у нас были свити, теперь какой-то свит еще, конфеты. Тут у нас, наверное, тоже. Тут идет 330 грамм. Тут, значит, идет 2 разные начинки, шоколадный вкус и сливочный вкус. Это вафля, обычная вафля в шоколадной глазури. Конфетки вот эти свит, это вафельные конфетки, очень вкусные, классные, мне понравились, особенно со сливочным вкусом. Вафелька такая нежная, суперская, вкусная, не твердая. И кондитерская глазурь тоже очень вкусная. Вкусные конфеты, я вам их рекомендую. Кто любит вафельные конфеты, присмотритесь, вкусненькие. Особенно вот сливочные там внутри. Шоколадные как-то мне не очень понравились, а вот сливочные вкусные, классные. Ставлю им 5 баллов из 5. Дальше попробуем вот такой смузи. Сады Придонья манго плюс фруктовый микс плюс 4 злака с мякотью. Ничего себе, без сахара. Давайте посмотрим по составу, действительно ли тут все, что нам написали. Значит, тут идет манговое пюре, виноградный сок, мука из смеси 4 видов зерновых хлопьев. Это овсяные, ячменных, ржаных, пшеничных, ананасовых, сок, вода. Ну ничего, и все, и все. Давайте мы его сейчас взболтаем. Нальем в стакан и посмотрим. О, видите, он такой густой. Сейчас я весь вылью. Угу. Но если так и есть, то должно быть вкусно и полезно, если без сахара. 25 рублей он стоил. Ну что ж, пробуем. Он такой густой, насыщенный цвет. По запаху. Ну, чуть-чуть пахнет манго. Но тут по вкусу непонятно что. То ли манго, то ли какое-то яблоко. Ну, непонятно. Не скажешь, что это прям манго какой-то выраженный. То ли еще какой-то персик. Ну, вкусно, вкусно. Мне понравился. Но я не скажу, что это прям манго-манго такое. Угу. Офигенная штука. Штука это офигенная, полезная, ну если верить, судя упаковке, что она без сахара, и тут вот сок только и манго-пюре, и злаки. Это вообще супер полезно, вкусная штучка, надо другие вкусы попробовать, мне понравилось. 5 баллов из 5 ей, отлично. Дальше попробуем вот такие конфетки, мега-бум. 100% наслаждения, ничего себе. Ну состав тоже не будем читать, я вот тут вижу уже глазурь кондитерская, всякая дребедень дальше. А, они такие тут, без упаковки, вот такие вот тут шарики. А, внутри вафелька и начинка. Вот эти конфетки вам рекомендую. Вкусные, нежные, вафелька нежная такая внутри. Кондитерская глазурь вкусная. И внутри начинка вкусная, нежная. Но единственный минус, это то, что они вот такие вот кружочки тут мелкие. Будешь их есть как семечки, не остановишься. Пока всю пачку не прикончишь, точно не остановишься. Это я вам гарантирую. Так что вкусные, ставлю им 5 баллов из 5, отличные конфеты. Дальше идем по вкусняшкам. Дальше у нас идет с вами вот такой вот венские бисквиты, нежный десерт с шоколадным кремом. Много темного шоколада. Кто любит много темного шоколада? Я не очень люблю. Тут идет, значит, начинка. А что это вообще такое? Бисквиты с темным шоколадом. А, просто бисквит темный. Ну ладно. По составу тут более-менее состав. Ну сейчас сколько он стоил, я не знаю. 55 рублей он стоил. Макфа делает. Они нам сюда не макароны случайно упаковали шоколадом политые. Сейчас открываешь такую упаковку, хоп, и такие спагетти вываливаются. Макфа что у нас теперь бисквиты начала делать? Ну что, сейчас посмотрим. Хоть бы не макароны были. Не макароны. А, тут вот такие вот порционные пироженки. Ну-ка, сколько их тут? 5 штук. Вот, 5 штук вот таких пироженок. Ну, типа, наверное, что-то барни-медвежат, да? Только для взрослых. Вот такие там штучки. Ну, прикольно упаковано. Упаковано классно, мне понравилось. Пахнет шоколадом. Мягкая. Ну-ка, давайте поломаем. Угу. Мягкая выпечка. У нее внутри как бы еще идут кусочки шоколада. Вот кусочки шоколада, да, как бы начинка такая. У меня складывается такое впечатление, что не Фикс Прайс зашла, а в какой-то магазин вкусняшек. Чего сегодня все так вкусно? Все просто вкусно у меня тут. Вот этот тортик, венские бисквиты. Ой, ну не тортик, ну такие вот пироженки они. Вкусный, суперский. Я не скажу, что он сильно горький, но есть чуть-чуть горечь, да, дает. Но для тех, кто не любит горечь, вот даже как я, он все равно показался вкусным. Отличный десерт, ставлю им 5 баллов из 5, и состав у него более-менее, и по цене он 55 рублей стоит. И удобные порционные вот такие пироженки. Вообще отлично, супер. Дальше у нас идут вот такие вафли с ароматом сгущенного молока. 25 рублей стоили эти вафли, по составу тут идет жир кондитерский. Ну, обычный состав для вафель, тоже ни туды, ни сюды. Так, 25 рублей. И сколько тут? 200 грамм. Вот такие там вафельки, вафли как вафли. Пахнут сливками, вкусно пахнут, прям приятно. Какие они мягкие. Просто их можно губами кусать. Знаете, есть вафли твердящие, твердящие. Нет, это очень мягкие вафли. Вот я их даже губами сейчас откушу. Ну, почти получилось. Я сегодня точно не в Фикс Прайсе была, в каком-то другом магазине. Не зря там полки были пустые, подменили магазин. Короче, эти вафли тоже очень вкусные, нежные, хрустящие. Ароматом вот с этим молочка. Ой, вкуснотища. Вкусные вафли. По цене 25 рублей вообще отлично. Так что к этим вафлям тоже присмотрите. Ставлю им 5 баллов из 5. Отличные вафли. Дальше у нас идет еще. Тут у нас что из вкусняшек? Есть кекс Любосладова. Значит, всегда вкусно. 350 грамм идет. Кейк ванильный. По составу что тут идет? Мука пшеничная, сахар, масла растительные. Ну, составчик тоже ни туда, ни сюда. Республика Татарстан его делает. Нормально. По составу он 50 рублей он стоил, я помню. Так, здоровый такой кекс. Тяжелый. Вот такой тут кекс. Тут с бумажкой. Ну, пахнет чуть-чуть ванилином. Вот такой кексик на разрезе. Он такой, ну, мягкий, но не рассыпчатый. Да блин, что ж такое? И опять кекс вкусный. Я не знаю, что делать сегодня. Кекс вот это Любосладова я вам рекомендую. Отличный кексик. Мягкий, нежный, не рассыпчатый он. Вкусный. Вот со вкусом вот ванильки вот отдает. Вообще вкусный кекс. Я вам его тоже рекомендую. Не твердый, отличный кекс. По составу более-менее. Ставлю им 5 баллов из 5. Мне он тоже понравился. У нас теперь добрались мы с вами до печенья. Значит, печенье у нас идет печеньки сахарные со вкусом сгущенного молока. Значит, Краснодарский край делает. По составу тут молока, масло растительное, подсолнечное написано, сахар, песок. Состав хороший у него. Значит, 260 грамм. А по цене они стоили, как это идет, сахарные печеньки. 25 рублей они стоили. Вот такие там маленькие печеньки. Вот они. Содержит злаки еще написано. Какие злаки, непонятно. Сахар, песок. А главное, злака ни одного в составе не написано, кроме пшеничной муки. Они имели в виду из пшеничной муки, но это да. Короче, печеньки эти тоже отличные, вкусные, мягкие. Ну, не мягкие и не твердые, рассыпчатые печенья, обычное сахарное печенье. Отличное. Деткам такое понравится, и состав у него нормальный. Так что 5 баллов из 5 оно заслужило. Дальше у нас вот такой здоровый пакет крекера, тут 500 грамм. Значит, что тут по составу у нас идет? Мука пшеничного назначения, маргарин. О, тут состав не очень. Например, у этого состав коротко и ясно все написано. Мука, масло растительное, разрыхлитель, сахар, песок. Все. Вот он весь состав. Для печенья это состав просто отличный. Тут же, вот он. Ну, попробуем. Кто любит крекер? Я крекер люблю. Я больше люблю все соленое, вот чипсы. Я сладости не очень люблю. Я больше по солененькому убиваюсь. Крекер этот так себе, мне он что-то ни туда, ни сюда, не сказать, что мне не понравился, не сказать, что он какой-то невкусный, но более-менее. Есть и лучше крекер, но этот так себе, короче, трекер, я ему поставлю 4 балла из 5, как бы ни туда, ни сюда, вот так он мне. Дальше у нас остались с вами чипсы. Вот такие кукурузные колечки, вареные раки с укропчиком. Ничего себе вкусик, да, 45 грамм, написано 0% жиров, трансжиров. Продукт обжаривается в масле. Сколько же они стоили? Снеки эти, кукурузные колечки, 16,60 они стоили. Ну, состав не имеет смысла читать, это понятно. Пахнет каким-то рассолом. Рассолом точно пахнет. Они не со вкусом рассола. Нет. Вот такие там колечки маленькие. Я вот их поела и не могу понять, чем они мне отдают. Вот каким-то... Не, вот укропом с томатом, вот этот вкус, томат с укропом. А смотрю, тут написано ароматизатор креветка. Где тут креветка? Тут она и рядом не стояла. Тут главное рак нарисован, со вкусом рака написано ароматизатор креветка. Что они вкус ароматизатора рака, что ли, не придумали еще? Ну, короче, туда ни туда, ни сюда. Потому что посыпки не очень много, так себе. И колечки сами по себе какие-то резиновые. Ну, так, один раз поесть можно. И какой-то вот вкус непонятный. Вкус вообще непонятный. Я не поняла, что это за вкус. Мне вот тогда его закрытыми глазами попробовать. Я даже не пойму, что это за вкус. Какой-то вот томат с укропом. Непонятно что. Дальше у нас идет еще вот такой читос. На кассе схватила я. Ходс. Вареная кукуруза. Что это такое, я даже не знаю. А стоила она сколько? 10 рублей. Это стоила штука. Нормально тогда. За десюнчик можно что-то прикупить. А, там вот такие вот кукурузки маленькие. Выпей меня тут написано. Ничего себе новинка. Ну-ка. Со вкусом вареная кукуруза. Кукурузные снеки со вкусом вареной кукурузы. Не знаю, я эту штуку вообще не поняла. Это для детей такой прикол. Выпей меня. Это им будет по приколу, конечно же. Но детям такие штуки не надо есть. Это вредно для здоровья. Вот, ничего полезного в них нету. Ну, со вкусом, я говорю, у меня какой-то шашлык был. Ну, тоже приправы мало. Какая-то штука ни туда, ни сюда. Не знаю, даже как ее оценивать. Я эту штуку не поняла, короче. Это читос явно не для меня рассчитан. Я даже не знаю. Для детей точно, не для меня, не для взрослых. Куда ее даже применить? Просто так посидеть, ее так позабрасывать. Прикола в этом не вижу. Короче, оценку я никакую не поставлю. Как бы ни туда, ни сюда. Ну что, ребятки, наш обзорчик подошел к концу. Сегодня все вкусняшки были вкусные. Мне прям сегодня все понравилось. Исходя цена-качество, все было нормальное. Вот, поэтому Фикс Прайс меня сегодня прям порадовал. Пишите, что вам тоже из вкусняшек нравится. Мне тоже интересно ваше мнение услышать, потому что на вкус и цвет, как говорится, товарища нет. Всех у нас вкусы разные. Что мне понравилось, может быть, вам не нравится. Что мне не понравилось, может быть, вам нравится. Ну, как всегда бывает. Вот так. Так что, надеюсь, мой обзор вам был полезен. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Увидимся с вами в других видео. Всем пока-пока. А, да, кстати, девчонки и мальчишки, пишите ваши вопросы, которые вы мне хотели бы задать. Будет с вами видео «Ответ-вопрос». Так что пишем вопросы, не стесняемся. Ну все, пока!